Эта история подняла на уши весь Краснодар. Почти сутки сотни людей прочесывали берег реки Кубани в микрорайоне гидростроителей. Именно там накануне пропал 5-летний мальчик, так утверждали родители. По словам родни, они выбрались на семейный пикник, оба родителя и трое детей. Пока взрослые игрались с двумя дочками, малыш рванул за кошкой. Хотел погладить и покормить животное. Но пропал, хотя убежать успел всего на 10 метров. Своими силами найти малыша родители не смогли. И сразу побежали в полицию. Случилось это в районе 8 часов вечера, прямо на закате, что заметно усложняло поиски. На место сразу выехали волонтеры. Они искали мальчика всю ночь. Но поиски не помогли. Они не нашли ничего, даже следов парнишки. Вместе с волонтерами искали мальчугана, сотрудники МЧС и МВД. В Краснодаре даже приехали добровольцы из соседних регионов. Всего несколько сотен человек. Они все искали маленького Андрюшу Лукьяненко. Опасались, что парнишку унесло течением. А оно здесь сильное. Не каждый взрослый смог бы выбраться из воды. Что уж говорить о 5-летнем мальчике. Тогда же стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка. А спустя пару часов стали известны жуткие подробности гибели мальчика. О них рассказали волонтеры, которые дежурили на берегу реки Кубани целые сутки. Неожиданно поиски остановились, а людей распустили. Тогда же стало известно, что мальчик никуда не пропадал. Его мог убить собственный отчим. По данным следствия, вечером 8 июня 2022 года мужчина вместе с супругой и детьми находился дома, в квартире, расположенной по улице Тюляева. Там между ним и 5-летним сыном супруги возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес удары рукой по голове ребенка, после чего все легли спать. О том, что ребенок умер, родители узнали следующим утром, когда обнаружили мальчика без признаков жизни. Чтобы скрыть преступление, отчим бросил тело в сумку и рванул на берег реки Кубань. Он вывез его в лесополосу и закопал. Далее вечером 10 июня 2022 года с целью инсценировки пропажи ребенка семья направилась на отдых на берег реки Кубани, после чего мать погибшего, желая ввести правоохранителей в заблуждение, сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына, добавили в ведомстве. По словам соседей, они никогда не считали семью мальчика благополучной. Некоторые даже говорили, что отчима уже судили за убийство. Но официального подтверждения этой информации не находили. Еще я слышала, что мама мальчика была беременна 4-м ребенком, добавляла другая соседка.